В общем, Игра престолов закончилась, и слава богу, потому что это, блин, 8-й сезон, только, блин, смотрел и бесился, блин. Вот первые семь сезонов, когда смотрел, ты вот смотрел и такой, блин, офигеть, как они круто придумали, и такой, о, блин, офигеть, надо же. Вот смотрел, и всегда вот такие были ощущения. А когда смотришь 8-й сезон, ты смотришь и думаешь, блин, ну нафиг вы вот так сделали, а? Так, блин, ну зачем вот так? И вот постоянно 8-й сезон смотрел, и постоянно были такие, блин, разочарования. И думаешь, блин, ну нафиг вы вот так сделали, дурацкое. И вот и 6-я серия тоже такая была, блин. Там, блин, Джона должны были как минимум 2 раза убить. Вот дракон должен был сжечь для начала, потому что Джон убил, блин, и его мать драконов. Но почему-то он не убил, не сжег Джона. Наверное, там это объясняют тем, что, типа, дракон знал, что Дайнерис любит Джона, а Джон Дайнерис, поэтому дракон пожалел. И еще там Джон какой-то тоже там, это дотракиец какой-то. Короче, сжечь должен был. И потом этот, как его там, главный воин у Дайенерис, тоже должен был отомстить за свою королеву. Вообще без вопросов должен был взять и убить его сразу, моментально. Зачем его куда-то там в темницу сажать? Как будто он какой-то там политик, этот вот этот воин, какой-то там червь. Для чего он его в темницу посадил? Вообще... Короче, говно. Я, блин, первые 7 сезонов смотрел «Пиратки», а 8-й сезон подумал, дай-ка куплю классный сериал, дай-ка куплю подписку, и, типа, буду наслаждаться платной версией. И все наоборот вышло, блин. Лучше бы не покупал. Ну, я уже говорил, что вот, когда Мартин допишет книжку, то точно переснимут потом по его книжкам, 8-й сезон переснимут. И там даже уже какая-то петиция есть в интернете, там 1 000 000 подписей уже.